Вот хочу себя немножко модернизировать, свою стрижку. У меня вот здесь, видите, остатки мелирования. Седина есть кое-где. Ну и вообще свой цвет собственный оказался хорошим, но хочу немножко над ним еще поработать. Купила вчера краску. Просто заехала в магазин в Глобусе. Там есть магазин профессиональной косметики. Профматрешка называется. И мне посоветовали вот такую краску. Вот тон. Ну, как бы задача просто сделать более акцентным собственный цвет. Вот к нему дали. Это 3% оксидант. Вот здесь 120 миллилитров. И сейчас хочу на весах. Мне нужна 1/4 от этого баллона. Ну, вот здесь вот, в принципе, риски стоят. Ну, не могу сказать, что у меня, знаете, положительный и большой опыт собственного окрашивания. Сейчас попробуем. В общем, 1/4 этого, 1/4 этого. Все смешиваю, наношу на 40 минут. Ну вот, на весах выдавила 30 миллилитров того, 30 миллилитров другого. Ну, я великий парикмахер, размешиваю вилкой до однородной структуры. И, ну, так как мне все рассказали, и сейчас буду наносить на волосы. Ждем результат. Вот решила нанести крем, чтобы не прокрасился лоб. Ну, взяла просто жирный крем для рук. И по контуру его нанесу. Мне так делала мастер. Это вот у меня с утра такое на голове. Я еще сейчас купила средство для роста волос, которое тоже мне в комментариях посоветовали. Соответственно, на ночь его наносила. Но оно такое без запаха, без цвета. Вот, называется свицин. Спреем таким наносится каждый день. Ну, попробуем, что из этого получится. В комментариях пишут, что хорошие результаты у людей. Да, краска, кстати, испанская. Сейчас я на ней прочитала. Написано, что это Испания. Так, ну вот я просто пакетом. Вот видите, у меня пакет. Взяла туда краску, нанесла на голову. И, ну все, сейчас расчешу еще. Короткий волос, в принципе, легко прокрасить самой. Вот, сейчас уберу ватным тампоном излишки вот отсюда. Ну и через 40 минут будем даже это получится. Ну, вот нанесла. Как раз ровно этой четвертушечки мне хватило. Так что теперь, ну, в общем, ожидаю результат. 40 минут. Ждем-с. Ну, вот смотрите, прошло 40 минут. Краска, видите, так потемнела. Вообще ужас какой-то. Я себе чем-то Кобзона напоминаю. У него, помните, вот такая была вот так вот линия на прическе. В общем, сейчас иду смывать. Посмотрим, что получится. Ну, все, вот результат. Смотрите, какой получился цвет. Он очень такой интересный. Это я пытаюсь сама его разглядеть в камеру. Вот. Темнее, конечно, чем у меня было. Но мы все помним о том, что краска первые два мытья головы, она подсмоется, будет чуть посветлее. Но мне кажется, что... Ну, точнее, мне не кажется, я прям это вижу. Что, во-первых, качество волос уплотнилось. Во-вторых, видите, прокрасились. У меня здесь были седые волоски. И они как бы создавали ощущение, ну, малого количества волос, вот. А сейчас все это прокрасилось, у меня вот здесь была седая прядь, и мне кажется, что... Только сейчас пытаюсь вам все на дневном свету показать. Вот, сейчас хорошо видно, какой цвет. Он такой интересный, не просто темный, а у него есть такие оттенки хорошие. Вот сейчас, пожалуй, знаете, выйду на улицу, покажу как бы целиком образ, потому что я одела вот эту блузку, которую вчера приобрела, и брюки, и собираюсь в таком виде готовить. Вот, мне кажется, на дневном свету хорошо виден цвет. Ну, знаете, мне немножко непривычно, но, с другой стороны, мне прям вот нравится. Я сначала, когда смыла, даже испугалась, думаю, боже мой, как темно получилось. Вот, а сейчас мне нравится, она так контрастна, и как-то, правда, мне кажется, очень по-молодежному. Пока говорю, здесь кот-компот вылез из кустов. Вот там, кстати, в кустах спал, оказывается. Котя, ну тебе не надо ни краситься, ни стричься, ты крутыш. Ну и вот в полный рост эти брюки с блузкой. Мне
кажется, хорошо смотрится, но Сахич мне нравится. Надо подобрать сюда, конечно, обувь, потому что у меня вся осенняя и зимняя обувь, которую я в рандеву в прошлом году зимой покупала, она черного цвета. И учитывая, что у меня теперь брюки таких пастельных оттенков, ну, мягких, да, коричневые, ну, не пастельных, вы понимаете, не черные, короче, коричневые, синие, бежевые, то, конечно, черная обувь, я понимаю, что не очень. Но она у меня вся новая, и с этой точки зрения, конечно, покупать опять новую обувь. Ну, наверное, темно-коричневую обувь купить, ну или такого коричневого цвета, и тогда будет вообще все подобрано. Ну, а мне кажется, что вот в таком ракурсе я прям, знаете, чем больше на себя смотрю, тем больше мне нравится. Мне кажется, хорошо, что я рискнула и покрасилась. Тем более, да, сейчас 2-3 раза голову помою, он еще чуть-чуть посветлеет. Вот сейчас хорошо виден цвет, что он не какой-то там черный. Интересный цвет получился. В общем, испанская краска. Показывала вам ее, если кому-то нужно, вот можете воспользоваться. Шикарно лежит, хорошо пахнет. Вот смотрите, кто пришел. Тискательный кот. Да, ты мой хороший котик. Ну, в общем, эксперимент будем считать удачный произошел. Вот так вот рискнула и покрасилась. Видите, всего лишь подстриглась, а столько каких-то изменений, улучшений, настроения. Вот. И еще раз хочу вам сказать огромное всем спасибо за вашу поддержку, за ваше внимание, за соучастие. И надеюсь, что, может быть, мой пример и вас сподвигнет на какие-то изменения в лучшую сторону вашей внешности, а вместе с тем и вашего настроения. Хорошего денечка, мои родные. Леща нащупала. Вот, сейчас будем... вытаскивать клещей.